Пирогов Олег Иванович, 1977 30 марта, Литовская ССР, город Душтас. Двойное гражданство имеете? Нет. К уголовной ответственности привлекались? К уголовной ответственности привлекались? Да. А по каким статьям и когда? Я не помню, неоднократно. Как? В каком году, где, когда отбывали уголовное наказание? В Москве отбывал, в Московской области отбывал. Последний раз в Московской области в 2019 году закончилось условное домовое. Общее количество судимости? Вот, и не помню. Статус в криминальном мире имеете? Да никакой статус. Ворон в законе являетесь? Да, вор. Уголовная кличка? Нет. Не имеете? Жалобы, вопросы, заявления? Да нет, не жалобы, не вопросы.